Доброе утро. Вот мы, я уже собралась. Девочки нам уже выезжают на чемпионат. Ждите. Привет. Доброе утро. Это Эстелла. Что делает Эстелла? Да. Все. Может, Диана покажет? Как она там будет ждать? Диана ест бутерброды. Да. Она кушает. А где остальные не пришли? В буфете. Занимается Эстелла. Короче, get ready with Эстелла. Давай. Переименовали. Давай, обзор. Что ты делаешь? Так, красивые стрелочки. Чем занимается Эстелла? Вот мы уже приодели. Даня, короче, здесь остается место, там вот этот кусок остался еще на один день. Прикольно. Вот, да. Мне криво, но мало. Да нормально у тебя. Вот такие вот мы уже красивые. Здрасте. Девочки, как ваши впечатления после выступления? Выступили мы вроде хорошо, но мы съехали с середины. И все, мы думаю, мы хорошо выступили. Я, конечно, не смотрела еще видео, но я думаю, что сам все нормально. Таня, как ваше впечатление? Сначала было страшно, но потом, когда я начала танцевать, я прям погрузилась в этот танец. И все, я видела, как многие нас поддерживали, даже жюри пританцовывали. Арина, как ваше впечатление? Труханул. Мне плохо. Но вообще нормально. Катя, вы как себя чувствуете? Человека, который очень давно не был на сцене, для меня это как-то новый опыт, потому что вроде я танцую давно, в кавердансе на сцене я впервые в жизни, поэтому это было что-то нечто. Да. Теперь мои впечатления. В общем, девочки выступили хорошо. В некоторых моментах можно было, конечно, лучше это сделать, но... Для дебюта нормально. Да, для дебюта мы выступили очень хорошо. Что-то нам уже плохо. Ну, драма тоже была. Выжила только пятеро. Была. Суперледи вообще не было. Там, кстати, драма и шики. А я тебе не надо настроить. Она не сотрется. Сотрет. Ты че? Страшно. Катя, тебя снимаю.